У нас, кстати говоря, еще этот куробой там остался, да? Да! Да! Плату получишь, когда убьешь его, если выживешь. Так, я все понял. Пацаны, я все понял. Мне жерелье надо. Какого лешего? За тобой. Так, все отлично. У нас есть три. Три иждивенца, черт бы их побрал. Так, тут надо бы обязательно все забрать. Да, вот все и забрали, блин. Вот. Ну давай, карманы выворачивай, падла. Ты тут был, больше никого не было. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Fable Anniversary. В прошлой серии мы зашли в этот Power Stone верхний, да? И нам надо бы как-то поговорить с этой теткой. Еще я кое-что вспомнил. Помните, там в предыдущей серии было в особняке Греев, там над могилкой что-то там всполыхнулось. Я забыл туда заглянуть, там, по-моему, либо татуировка. Вот не перебивать. Вот, но мы в любом... Зря подошел! В общем, в любом случае мы туда еще вернемся, поэтому... Так. Это все обворовано, да, по-моему? Или нет? Да, тут вроде как все обворовано. У нас осталось там... Да что ты... Да... Эй, блин! Хрен попадешь. Вот, тут, туда? Вот эту территорию у нас осталось не исследовано, поэтому давайте. Так, тут там не орёт. Здрасте. Ой, здорово. Знаете, человек в вашем положении просто обязан навестить мэра. Она живет в особняке. Это тот большой дом возле лавки. Да, вот это прикол. Помогите мне, пока не поздно. Подожди, пока не поздно. Тут, рада видеть тебя, герой. Вон опять эти часы. Так, никто не скажет? Вот. Вот, лично, она ничего не сказала. Похоже, этот герой очень даже ничего. Да-да-да, очень даже неплохой вор. Никто не... Вор! Ты что-то украл? Да ты, зараза, никому не говори. Так, ладно, сейчас заплатим эти жалкие... Да кому всем-то? Я просто в шкаф заглянул, блин. Давай, иди сюда. А, так он, слушай, он еще не разболтал. Желаю приятного дня. Помогите мне, пока не поздно. Он, похоже, не разболтал. Или вот бежит, да? Повелитель рун. Ладно, хрен с ним, непонятно, имя. Давай. Наконец-то, хоть один собеседник. Ты должен вытащить меня отсюда. Че он про... Мэр хочет моей казни. Да-да-да. Вот что бывает, когда начинаешь задавать много вопросов. Эта баба — сущий дьявол, но никто мне не верит. А все потому, что я ошибся насчет стражи. Я думал, они травят воду, чтобы управлять нами во сне. Ее сестра была чистым ангелом. И каким бы прекрасным мэром она была, но леди Грей убила ее. Я чувствую это. Ты должен помочь мне доказать это, иначе Пауэр Стоун останется под ее гнетом, а меня казнят. По-моему, нам жениться не придется, чувствую, да? Помочь, да. Ура! Наконец-то! Мы одолеем эту чертову ведьму! Все, что нужно, это заставить ее погибшую сестру открыть тебе правду. Не смотри на меня так. Все знают, что привидения существуют. Ты их видел, я их видел. Да все их видели. У сестры леди Грей Аманды был воздыхатель по имени Родри. Неплохой парень. Обычно его можно найти в холмистых полях. Если кто и способен вызвать ее из небытия, так это он. Слушайте, вы все обречены! Так, какой-то Родри. Черт бы его побрал. Так, как там? И? Так, коллекционные куклы, понятно. Так, собери 7. Подборка книг. У нас последнюю книгу надо отдать сейчас, кстати говоря. Так, храм света, меч в камне. Это все понятно. Спасение археолога. Так, ну это вот он и есть, да? Так, расследование деяний. Узнайте, как леди стала мэром в Холмогории, в общем, надо, да? Окей. Так, ну давай сразу, можно? Это очень жаль. Ладно, пойдем поговорим с этой... Я приговорен к смерти за правду. Падла ты, господи. Какая-то дерьма странная, прям на улице. Вот, он может так ведь и матами всех крыть. Привет, друг. Здорово. Пойдем хоть поговорим с ней. Может, она заданница какое-то даст еще. Не хотите со мной поговорить? Не хочу, подожди. Подождешь здесь, швабра. Мне надо сначала тут все осмотреть. А вдруг тут сундучок? Какой-нибудь. Так, нет, тут ни хрена, блин. Очень жаль. Ну ладно, давай-то мы раз с тобой поговорим. Блин, такой здоровый пипец. А будто машешь. Значит, это о вас шумит весь город. Должна признать, я заинтригована. Там часы без стрелок, лол. Идемте во дворик.
Я бы очень хотела с вами побеседовать. Ну, пойдем. Там часы без стрелок, смотрите. Не правда ли здесь очень мило? Неправда. Но порой мне тут бывает очень-очень одиноко. Видите ли, я еще не замужем. Как-то до сих пор не встретила достойного мужчину. Я всегда знала, что мое сердце завоюет лишь тот, кто победит на арене. Быть может, вы принесете мне подарок из города? Я уверена, вы найдете что-нибудь подобающее, леди. А вот интересно, опыт мне будут за это давать? Самое главное, это опыт. Так, а что, у нас есть куча подарков. Го, попробуем сделать подарок, да. Ой, какая красота. Что я подарил, интересно? Я знала, что вы в душе романтик. Не то, что некоторые герои. Конечно, женщина моего положения не может выйти за нищего. Можно ожидать, что у мужчины хотя бы есть свой дом. Так, нам, да, кстати, можно на ней жениться, а потом типа ее кокнуть, вот что. Я очень рада, что у вас есть дом. И нас дверь откроется, не хорош. Не хотелось бы думать, что вы женитесь из-за денег. Не могли бы вы совершить для меня подвиг? Недавно я потеряла ожерелье. Оно мне очень дорого. Быть может, вы порасспрашиваете в городе? Кто-то должен знать, где оно. Давай, поспрашиваем. Может, я уже нашел? Вы что-нибудь узнали о моем ожерелье? Холее. Ничего не узнал. Ладно, давай поспрашиваем. Приветствую, друг. Да иди ты в задницу. Вон, смотрите, сколько добавилось. Отлично. Так, вот этого мужика можно спросить. Говорят, леди Грей замуж выйти надумала. Вот не хотел бы я быть на месте этого бедолаги. Есть в ней что-то не то. Знаешь, как ее сестра пропала? Без следа. Последний раз ее в доме Грейв видели, и никто не знает, что случилось. Да! Так, окей. Поговорили. Вот и поговорили. Так, а ты чё? Вы что, говорили с этим ненормальным Геттином? И он, надо думать, парил вам мозги своими бреднями о мировом заговоре? У него с головой не в порядке. Он опасен для общества. Долго тут не пробудет. Мэр об этом позаботилась. Знаменитый повелитель рун. Ну, хоть повелитель рун, а не этот. Куращуп. Знаменитый Куращуп. Так, у нас тут все позакрывались, пипец. Надо в таверну чувствую пилить. Вы ведь очень преданный леди Грей, да? Если ей нужна информация, вы можете поговорить с кем-нибудь в городе. В северном Бауэрстоне много длинных языков. А! Как будто им больше заняться нечем. Вот туда, значит, надо пилить. Окей, я думал, между этими все. Так, только бы не закрыто, отлично. Здравствуй. Здорово. А что, не с тобой, что ли, говорите? И что-то, кстати, меня не особо-то жалует. Ты, значит, тоже про сестру-то ее слышал. О. Никто толком ничего и не знает про нашу мэршу. Знаешь, что она ожерелье сестры своей всегда носит? А! Какой приятный человек. Привет! Да здорово! Ты убил могущественную Уиспер и сохранил ее жизнь. Ух ты, впечатляет. О, кстати, смотрите, как классно говорят, что я, типа, оставил ей жизнь. Порядок? Тогда. О, снова ты. Да снова я. Так, ну-ка, ты чё? Вы уже говорили с Родри? Я же сказал вам, что он на холмовом поле. Я понял. Мне ожерелье надо найти, ты дурак, что ли? Так, с этим говорили, говорили, говорили. Видимо, надо в северной... Как? Весь-то путаюсь. Бауэрстоун или... Чего, где я тут? Глушвиль, я не помню, как он называется. А, так это значит, во, ее сестры ожерелье. Так вот не носит она его больше, говорят, его украли. Во-во-во. Нормально. А, я это знаю, без себя, болван. Так, сейчас надо книжку поспать до утра и обязательно книжку 25-ю сдать, посмотреть, как что-то там будет вообще. У нас, по-моему, нашлась книга, как раз, которую я не сдавал. Вот, а сейчас мы ее туда и запендюрим, черт возьми. Да, здесь все меня любят, смотри. Ой, ой, какой я популярный-то, в смысле? Где этот? Ой, иди в задницу, у тебя так вот последний, кто, кого я хочу вдохновлять. Здорово, Бивень, есть? Зеленое яблоко? Не, нифига. Да, они меняются от места да, к месту. Да, опять! Чего они меня ненавидят? Он просто идеален. Мечника нанять не хочешь? Давай, 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 выходи. О, 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 о. Налей-ка нам пиво, пожалуйста. Налей пивка. Я думаю, мне... Иди-ка ты нахрен. Так, 43 тысячи, нифига себе у нас. Так, у нас самое утро, отлично. Этот остолоп... Мечника нанять не хочешь? Иди ты в задницу. Этот, книжку Го отдадим по-бырому? Подожди, не туда? Туда. Туда? Блин, он пока не там, кстати говоря. Он опять где-то застрял. В общем, да, найти его дом и караулить. А, кстати, он вот он, наверное, идет, да?
Зеленых-то тут нет, откуда он вообще приходит-то? Ура! Он опять, наверное... Блин, пипец. И как мне... Ура! Будет, короче, надо бежать отсюда. Какой я не знаю, откуда он приходит. Черт, я его побрал. Ладно, просто тогда... Вот, там кто-то появился. Наверное, это он. Ладно, давай, наверное, со всеми говорить, потому что... Все прожирели надо. Все здесь честно. Платишь, я слагаю песню. Нет, иди-ка ты в задницу. Что ж. Да-да-да. Так, вот там кто-то появился. Здорово. Принесли сегодня книги. О, наконец-то, герой. Мы нашли, где он живет. «Злоключение портняшки». Прекрасная пьеса. Можно ее поставить в театральном кружке. Ща туда телепортнемся? Может быть, останет. Да. О, земли странные, которым шторм прибил. Меня полуживого, верно, это небеса. Я помню, как во сне корабль разбился в щепы. И взмыла надо мной волной смертельная коса. Но что это? Я видел тень. Глаза мои не служат боли мне. Какого тела это был изгиб? Неужто мне почудилось? Чё у тебя во рту-то? Ужас но какой. Нет. Зарубка теперь какая-то. Я точно знаю. Я погиб, ведь ангела узрел я здесь, где бренная душа моя прибилась. Ангела, Билли, не ангела. Прежде чем ты покинешь нас, прими сей скромный дар. На одной из экскурсий Билли, как обычно, отбился от группы и нашел вот это. Как обычно. О, пойдем. Представь, он пытался пронести его под рубашкой. Уверен, тебе это пригодится больше. Естественно. Так, ну все, получается, мы книжки эти все раззабыли, да? Деньжат заберем. Так, и что? Нам надо бы про этот-то порасспрашивать, ни черта, пока не этот самый, не алло. Прожрели, что-то непонятно. Но мы еще там не всех спрашивали, поэтому... Это... Может, ты что-нибудь? Нет? Археолога похитили. Все знают, кроме меня. Ваше повелитель Рун! Готовь кольцо. Мне нужно обручальное кольцо. Да-да-да, вот сейчас бегу прямо и запинаюсь. Нормально. Так, у тебя новое, ничего думаю, не появилось? Мы сделаем вам специальное предложение. Так, тесак. Тут какой-то у него, или не у него продавался, зверский-то этот. Топор мастера, молот мастера. Нет, не у него. Это, наверное, первый городок, свои наверное, нифига нет. Блин, непонятно, а жрель-то у кого расспрашивать, про кого? Я так понимаю, получается... А, вон что-то синее, смотри, есть. А, блин, синий торговец. Обручальное кольцо бы нам не помешало. Не нахрен со своим обручальным кольцом. Рад вам услужить. Так, что у нас здесь? У нас здесь все куплено. Блин, я думал, он поговорить этот самый, может, не? Ничего не тут? Купите жерелье, нет? Археолог! О, я знаю! Ты че ты? С такой предъявой. Вот да. У этого, может быть, лоботряса есть. Нужна помощь. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, возьмем. Обручальное кольцо. Это у меня, по-моему, даже есть. Рыба, красное мясо, мешок зерна, лопата. Не, нифига у него нету. Лопата только ездила. Лопату и подарим сейчас. Ладно. Сожрельем пока облом. Поэтому давайте, наверное, вот здесь посмотрим. А, так вот это север есть, она же про север говорил, это-то юг. Значит, здесь точно ничего. Так, ну-ка давай. С кем тут еще можно? Вот с торгашом можно поговорить. Он, кстати говоря, зеленый. Изуми. Привет. Точно украли. А потом оно, знаете, где всплыло? В Уквейле. Она все еще там. Отлично, вот так вот она. То есть в Уквейл сейчас нам напилить. А что ты? Я могу для вас сделать? Вы пришли по адресу. Так, обручальное кольцо, бриллиант. Модификатор здоровья, удочка. Как заводить друзей, так это все понятно. Катана мастера. У этого, да, мы видели? Нет, не у этого.
Здесь тоже все куплено. Так, сейчас go walk whale. Ладно, фикс. Да, escape не работает. Старая колода. Старая колода. Так, как там дубовый дол, да, walk whale? Погнали туда. Посмотрим, что, где там, что, где там, откуда. Найдем уже этот. Женимся на ней, а потом предадим. А? А может быть, мэром станем? Я не знаю, вообще... На карту смотрю, сорян. Так, непонятно тут, где что спрашивать. Интересно, можно тут мэром стать? Я вроде как читал, что нельзя. Никаким раком, но вдруг получится. Может, самое что-нибудь поменялось? Блин, я забраться не могу. Так, я могу вам здорово. Мы сделаем специальное предложение, сэр. Да-да-да. Специальнее некуда просто. Удочка, методика порки, та-та-та-та-та. Воздух стал ледяным. Но это не холод. Надвигается что-то крупное. Что-то крупное. Так, надо... Да, блин, вот воровство появилось, все, ГГ. Это пипец. Рад вам услышать. Блин, он тоже, походу, сломался. А кто у нас торговал там диким мечом таким? Я не помню. Блин, все мы тут купили вообще. Остались только темные по ножу у нас. Но нам сейчас деньги надо копить на суперский меч. Так, стальной, железнобулава. Ну ладно, тут без толку смотреть уже. Ладно, попер. Ой, извините, пожалуйста. Давай этого тоже так же. А-а-а, можно как-нибудь... Хорош. Это я случайно. Да. Это все случайно, ребята, это все случайно. Так, это вот кто у нас? Когда-нибудь я выйду. Я хочу пиво. Эй, привет. Выпить здорово. Хочешь? О, выспер, нифига. Я рада, что ты пришел. Хотела поговорить с тобой перед отъездом. Ты знаешь, что я покидаю гильдию? Ты че? Мой брат хотел сделать из меня великую героиню. Но ты всегда оказывался на шаг впереди. Приходилось из кожи вон лезть, чтобы оправдать его ожидания. А у тебя все выходило легко. Так я перекачивался. Ты пожалел просто. Меня на арене. И я поняла тогда, как сильно завидовала тебе все это время. Вот тут уже. И каким ты был добрым другом. Вот так-то. Прости, что я была резка с тобой на тренировках. Вот так. По правде сказать, ты всегда был лучше меня. Да. Только брату об этом не говори, хорошо? Обязательно, при первой же встрече. Растрезвоню, мама, не горюй. Еще буду потом его при каждой другой встрече буду упоминать про это. Так, нам надо с кем-то поговорить? Так, мне тут все... Господи, вот это одни бабы тут. Здорово, Воля, есть у тебя? Готов помочь. Ха-ха-ха, сюда. От этого я никогда не отказываюсь. Красное мясо, тофу, сидра... Есть прохвосты, которые зарабатывают... Есть прохвосты, которые треплются целый день. Так, вон там у нас что-то есть. Блин, сколько баб-то тут, с ума сойти. Мы сейчас на Леди Грей женимся и, наверное... Подожди, да, женимся. И все, и там, наверное... Сразимся бок о бок во имя добра. Ой, понял. Да-да-да. Так, вот здесь еще кто-то. Нам надо найти это жерель-то. Подожди, а как туда? Это явно не тут. Не этот дом. Извините, дом ошибся. Да, вот... А, вот, наверное, что-нибудь тут у колодца. Ну-ка. Здравствуйте. Здорово. Можно задать вам личный вопрос? По-моему, вы пробовали задавала. Когда-нибудь синий му... Да-да-да, это я уже все слышал. Колодец дубового... Блин! А где бабуля? Что-то не понял. Жерелье, говорит, в дубовом доле всплыло. Ладно, вот там еще есть. Все ли в порядке, повелитель рун? Блин, повелитель рун звучит как-то... Ура! Как повелитель, черт возьми. Так, у нас вон там парочка осталась. Кстати, наш дом это, по-моему, нет? Или нет? По-моему, нет. Блин, хрен его знает. Ну-ка. Думай дальше обо мне. Так, подожди, что-то не то. Что-то не то что-то. Так, это у нас вот где-то там, за домом. От меня не спрячься. Ой. Ты, да, вот. Ты. Да, я. А это ты, повелитель рун? Я. Нам пригодится помощь героя. Здорово. Я надеялся, что попадется кто-то вроде громобоя.
Но, пожалуй, и ты подойдешь. Дело вот в чем. Мы выслеживаем знаменитого убийцу. Он прячется у шатра «Два ножа» в разбойничьем лагере. Нам туда, конечно, не пробраться. Но для такого умелого героя, как ты, это пара пустяков, а? Да, где-то же портал туда есть, болван. Речь идет не только о правосудии, но и о мести. Этот подонок убил моего брата. Тебя ждет 1000 золотых, о! Если сделаешь это. Конечно. Да. Чудесно. Ты принесешь нам и обществу большую пользу. Плату получишь, когда убьешь его, если выживешь. Так, я все понял. Пацаны, я все понял. Мне жерелье надо, какого лешего. Единственная штука, что вот на... Так, этот куробой там, вот эта вот жена этого. Вот только разве что она может. И все, а больше где еще это жерелье искать, хрен знает. Ну почему? Здравствуй. Снова говорит здравствуй. Так, ну я понял. Так, ладно, давай, наверное, тогда разберемся с этими лоботрясами сразу. Я так понимаю, что порталиться туда опять бесполезно. У нас там опять будет все закрыто, да? Поэтому нам надо будет опять с этой стороны заходить, чтобы заставка была или что-нибудь типа такого. Поэтому давайте сразу не будем тратить время. Пройдем через эти ворота. Вот, а. Посмотрим, что там. Что-то, какой там убийца? Может быть, у него этот и есть ожерелье? Хрен его знает. Потому что этих мужичков не было до того, как я... Пока я не взял... О, нет, походу нет. Этих мужиков не было, пока я не этот самый. Блин, все-таки, видать, портальцы можно было туда. Пока я не взял квест. Блин, давай-ка, наверное, портальнемся, потому что это явно быстрее будет. Так. Лагерь, два клинка, сюда. Так. По заданию нам туда. Ну-ка пойдем. Я все понял. Так, данные. В шатре, говорит. Так, так. Задание. Храм Света. Расследование деяний мэра. Так, приглашение мэра. Убийство с изюминкой. Найди и убей опасного ассасина. А, там прям... Понял я. Самый последний, короче. Самый этой, крайний. Где там шатер-то. Ну, посмотрим, может быть там кто-то... Очень надеюсь, что ожерелье это чертово вот у этого бандита. Было бы прикольно. Потому что вроде как я там всех обползал, ни у кого ничего не было. По идее остался... Вот этих тоже, наверное, можно было бы всех завалить. Тебе не нужно прощение прикрывать. Внимание. Но я боюсь, вот этот вот пропадет. Нам он нужен для кое-каких дел. Он нам еще пригодится. Добрых неохота туда отсылать. Так, еще, да? Вот этих, наверное, можно было бы выкосить. Что странно, по идее. Они вроде как должны на меня загреться. Ну ладно. Наверное, они знают, что я победил этого. Двух клинка, или как он, да? Два клинка. Ну-ка, давай заставку. Хрен лысый. Ну, кто-то есть там, смотри-ка. Здравствуйте. Ты случайно не видел тут отряда стражников? Такие здоровые, волосатые, с гнусным таким командиром. Этот ублюдок на меня давно уже охотится. Прикинь, собственный брат хочет меня убить. Фига себе. Конечно, мы с ним не всегда ладили. Он пошел в эту чертову стражу, а я... Ну, я пошел другим путем. Но мы ведь братья. У нас не так мало общего. Он ведь тоже много кого поубивал. Сечешь? Я знаю, о чем он думает. Мать снова больна, а он так и не уговорил ее вычеркнуть меня из завещания. Ага, не все так просто. К тому же, если стражник убивает ассасина, все только радуются. Не видел случайно... Так а че, мне теперь, блин, обратно, что ли? Блин, ну, я так понимаю, что нам надо бы с ним поговорить, с этим охранником, да? Кстати, у нас здесь все забрано, да. Так, ладно, давай попробуем. Ожерели мы так пока, к сожалению, и не алё, да? Так, кто там? Холмогорь? Дубовый БВ. Хрен выговоришь. Оуквейл. Дубовый дол. Кошмар. Дубовый дол. Так. Если он сейчас не скажет, то я прям, не знаю, я заверещу, наверное. Блин, вот реально не хватает какой-то скорости на скилл какой-нибудь.
Увеличение скорости... До скорости света, что прям... И все. У нас, кстати говоря, еще этот куробой там остался, да? Да! Да! Кура... Как там? Курабол. О, курабол, наверное. Ну-ка, что скажешь? Это что за игры? Ты его должен был убить, а не заболтать. Ступай назад и выполни свою работу. Ну, честно сказать, что-то я в замешательстве. А если я не хочу, то как-то можно что-нибудь? Найди убей опасного ассасина. Убей ассасина, который прячется в лагере разбойников. Блин, пипец. Давай-ка мы сохранимся. Сохранимся и вот этого завалим. Вот, не бей меня. Ассасина бей. Ну... Я что, похож на ассасина? Вот, не бей меня. А его вообще никак не взял. Я что, похож на... Вот, не бей... Я понял. То есть получается вообще никак не вариант, только его завалить. Все ли в порядке, повелитель Рут? Да, ура! Ура! Лучше не бывает просто. Ну ладно, пойдем-то завалим, я хрен его знает. Так. Что нам делать? Нам выполнить надо. Квест. Будь он не ладен. Блин, а с ожерельем я, к сожалению, что-то не соображу. Пока не соображу, как это все поправить. Было бы неплохо его вернуть до того, как мы эту курицу разделаем. Было бы здорово. Я не знаю, сейчас попробуем его, конечно, завалить, но... Может быть, как-то можно договориться было бы. Было бы классно. Тебе не нужен кто? Спину прикрывать? Да никто мне не нужен. О, подожди, подожди, тут торговцы же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Темные-темные, это у меня все есть. Перчатки стража. Куплю. Тут, по-моему, вообще на стражника можно... А прикинь, реально стражником одеться? Воздух стал ледяным. Помочь, но это не холодно. Это как-то повлияет, интересно? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Так, псиновая катана, псиновый молот, большой. Так, ну тут вроде как нету, да? Да. Модификатор пламени нам не нужен, у нас уже триумф там на есть. Арене был великолепен. Думаю, спасибо, мы сделаем вам специальное предложение. Это я беру. Это я беру. Так, а у тебя нету глаза убийцы? Выглядит, он разрушает, совершать немыслимое злодея и носить ему так. Понятно, настольная клинга урода, лопата, удочка. Блин, воздух стал ледяным. Ожерелье-то где брать это, черт? Это не холод. Надвигается что-то. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение. Алла, роза, агат, поддельно, обручальная. Твой триумф на арене был... Ладно, пойдем этого кухнем. Чувака, всплыл, говорит, в Оуквелле. Хрен его знает. Надо будет погуглить. А паузу туда поставлю, побегаю, поищу. Вот что премиум тратит. Сейчас тогда этого сразу кокнем. Блин, жалко, конечно. Ну хотя у нас ассасин по... О. Голо мужики побежали. Ну ладно. Этих голых мужиков я уже побил. Мы уже в масле поборолись с ними. Так что я там самый главный. Так, ну давай. Попробуем. Черт бы тебя побрал. Не видел случайно стра... Не видел, не видел. Значит, он послал тебя? Так я и знал, что у него кишка тонка самому меня убить. Так, сколько он тебе это самое платит? 1000 золотых, да? А что, если я удвою эту сумму? И ты лучше займешься моим братцем. Тогда я загребу все наследство целиком. Да, слушай-ка, плачу 2000, если ты согласен. Это мне, наверное, зла добавит, да? Так, пощадить убийцу, убить стражника. Нет, ну давайте хотя бы, он хотя бы стражник, черт возьми. Давай. Нет. Ты знаешь, сколько народу мне надо замочить, чтобы заработать 2000? Как насчет 2,5? Соглашайся. Не, нифига. Ну хорошо, ты не оставил мне выбора. Да, и ты мне, братан. И ты мне, братан. Ничего личного. Ого, крепенький, да? Так, подожди-ка, нам надо бы этот. Качать. А, вот все и покачали. Силу качать надо. Фига он быстрый, да? Какой
крепкий, да? Так, контракт на убийство. Эти контракты, темнолесский торговец, приговариваться к смерти. Контракт подписан ассасином. Нифига себе. Вот это да. Так, ну все получается. Давай сейчас выйдем, может быть кто-то против нас тут забычит. Нам надо сейчас побольше мечом махать, чтобы прокачать, соответственно, эту силу до конца. И меч этот чертов вытащить. Так, кто-то слушает... А, ну понятно. Ладно, все, это появились тогда эти. Пошли сдавать. Так, дубов дол, да, вот вернуться. Было бы здорово, вообще сейчас оказаться рядом там, кстати говоря. С этим мужиком. Посмотри, деревня, они у портала. Пожалуйста. Доставай оружие, выходим в зону. Извините, пожалуйста. Ладно, все, кстати, поговорили. Я все думаю о тебе, дорогой мой. Да, как хорошо, что ты обо мне думаешь. Да. Так, тут надо бы глядеть, может, что-нибудь выкопать можно. Где-то оно, наверное, может, зарыто, я хрен его знает. Я не знаю, может, оно где-то зарыто реально. Ну, пойдем сдадим. Я тогда на паузу поставлю и поищу этот чертов ожерелье. Нам сказали, что оно в Окуэлле. Шеф, где... думаете, он его сделал? Вряд ли. Брат был мне ровно бельмо на глазу аж с детских лет. Так просто мне от него не избавиться. И у матери всегда ходил в любимчиках. Ах, Тоби, он такой классный убийца. Ты бы с него пример взял. Но все равно ведь так нехорошо. Желать брату смерти. А тебя кто спрашивает? Я б его своими руками задушил, если б только мог. Грязный убийца. Да, шеф? Не принес семье ничего, кроме позора. Будь я проклят, если отдам ему хоть грош из наследства. Ну-ка, ну-ка, кто это вернулся живым? Это я. Прекрасно. По делам, негодяю. Да и наша охота теперь закончена. Твоя награда. Заработал. А добра дадут, интересно? Нифига не дали. Так, ладно. Давайте сейчас тогда на паузу поставлю. Побегаю, поищу, посмотрю. Вот. Кстати, там какой-то проход был. Я туда так и не ходил, похоже. Может быть там? Ну-ка давай сейчас туда сгоняем. Там какое-то кладбище или что-то типа такого. Слушай, наверное, там. Я забыл про это место-то. Там этот охранник-то стоит. Я туда что-то не залезал. Вот туда. Там туда как раз проход. Сразимся бок о бок во имя добра. Заходить-то заходил, но может быть там что-то? О, ну-ка, или может здесь выкопать что-нибудь? Я выкапывал уже. О, 500. Отлично. На камне написано, как чудесно. Мир кажется таким прекрасным. Да, вот просто прекраснее некуда. Так, сан по мин... поминовение. Нифига себе. Ну-ка, может быть что-нибудь здесь? О, кто-то появился, смотри-ка. Что это такое? Зелень. Ну так вот, я говорю. Тихо. А то услышат. Тихо. Я уже вас услышал. А можно как-то с вами поговорить, алло? А, наверное, надо слушать. Надо. Ну так вот, я говорю. Богатый. Может, подслушать надо? Чего? Это дерево символизирует возрождение дубового дола, который восстал из пепла после ужасного нападения бандитов. Враги никогда не будут забыты. Идет. Ведем себя естественно. Вот крысы, а? Ну так вот, я говорю. Че там шепчется, падла, а? Смотри-ка. Так, ладно, давай, наверное, выкапывать. Где тут что можно выкопать? Вроде ничего. Я не знаю, где оно может всплыть. Но, кстати говоря, реально мы здесь не этот не были. Благодарю, зачем мы выбираем камни, обалдеть. Надо же, а. И что-то... Кстати говоря, нифига не копается нигде. Плохо-то в левый этот угол экрана постоянно смотреть, где там... О. Господи, боже мой, что за крепота? Давай ожерелье, пожалуйста, выкопай, братан.
Золотая морковь. Я понял, понял. Так. Добрый герой пришел раскапывать золотую морковь. Сюда. Блин, пипец. Ничего нету. Ладно, давайте, наверное, сейчас тогда на паузу поставим. Я побегаю, поищу, почитаю, и тогда уже вернемся, если найду. Так, в общем, пипец, вынос мозга. Оказалось, надо вот с этой стороны ты подходишь, и они начинают говорить. Сделай спокойное лицо. Мы говорим о погоде. Вот, типа, мы ни при чем. И он сказал, что между двух лодок, в общем, каких-то... Сделай спокойное лицо. Мы говорим о погоде. Вот, я тут крался, все слушал. Они все болтали с этой стороны, когда начал эти могилы читать. Вот, и он сразу сказал, что там он зарыл между двух лодок на пляже на этом. Ну-ка, если так опять. По-моему, я что-то слышал. Давай вот так. Вот я вот так вот отошел. Я спрятал. О-о-о. Значит, пройдем еще раз. Во-во-во. Я его зарыл на пляже между двумя лодками. Во! Вот это. То есть на пляже между двумя лодками. Вот это пипец вынос мозга. Просто охренеть. Вообще случайно услышал. Я подошел и думал, может, могилы там, на могилах что-нибудь, знаете, подсказка какая-нибудь. Сразимся бок о бок во имя добра. Пошел задницу. Вот, и эти там тихо-тихо-тихо, типа, заговорили его, что он на пляж там зарыл, обалдеть. Вообще хрен узнаешь. Ну, очевидно было, конечно, что они же при делах там, да? Что-то там этот самый затеяли, но, блин. Вот так вот тут. Давай, мужик, уже. Прости, давай. Понял. Да, прости, не понял. Ничего личного. Так, между двух лодок, это вот здесь. Пипец, реально. Интересно, раньше можно было выкопать или нет? Колье Леди Грей, сюда. Так, все, мы нашли. Возвращаемся так к Леди Грей. А интересно, если бы мы не знали, можно сразу было бы, например, найти случайно? Я так-то между лодок не бегал, может быть, с этим расчет был, что случайно, в принципе, между лодок не пробежишь. Но было бы прикольно. Но по идее, он должен бы, наверное, появляться, когда мы знаем о нем, правильно? То так смысла бы не было. Сразу бы в первый день же выкопал бы и все. Ну пойдем, посмотрим, что нам скажут. А потом тогда в этот, в особняк Леди Грей пойдем и будем ее разоблачать. Вот, и двух зайцев убьем. Сразу сейчас женимся, там дверь будет как раз-таки, только жена там открывается. Поэтому прям это идеальное преступление, черт возьми. Здорово, здорово. Не могу поверить. Мое ожерелье. Я думала, что никогда его не увижу. Вы по-прежнему весьма многообещающий ухажер. Есть и другой чемпион арены, добивающийся моей руки. Вы, конечно же, слышали о громобое. Между вами двумя я оказываюсь в неловком положении. Может быть, если вы докажете, что вы лучше, скажем, в бою, так все будет намного проще. Победителя я буду ждать в садах. Желаю удачи. Так, победитель. Желаю приятного дня. Вот, смотрите, там у меня загорелось этот. О, ну пойдем. Сейчас, может быть, с гробобоем хотя бы подеремся. Прикольно, я не помню, он сильный, нет? Он тоже типа герой вроде. Нет, ты повелитель Рун. Поэтому, чё столпились-то все? Пошли вон. Чудесно. Так, я... повязку с глаз, не будьте баранами. Да-да-да. А, смотри-ка, у меня эта штука не открывалась, да, раньше, а сейчас открылась. Ну давай, громобой. Или как? Больно их много было, нам никак не стюжить. Вот схватили они археолога и потащили вон на тот холм. Какого археолога? Не знаю, что они с ним сделают, но уверен, ничего хорошего. Фига, это кто? Придется вам его спасать. Да поскорей, времени-то мало. Так давай, чё? А, так я это... иду! Это и есть спасение археолога.
Эти твари чистые зло. Руби их! А где гром? Я бы молнии, это, конечно, бы запендюрил его, но мне бы надо эту качать. Эга земля. Вот так. Я прикрою. Тихо, тихо, не умира. Я иду. Так. Все живы? О, сундучок еще тут. Это я заберу. Модификат другого, это, по-моему, просто против брони. Так, отлично. Там он у нас есть еще. Вот тут еще что-то тут. Что-то где-то тут. Что-то есть тут. Надо это все смотреть. Никто не против? В смысле, это мой, тихо, это все мое. Так, тут вроде. Вроде ничего нет. Так, сундуков вроде тоже тут ничего. Ну все, все тогда. Тогда валим, мужики. Погнали. Какое-то странное место, как будто что-то зарыто тут. Так, это ага. О, ты дурак, что ли? Фига они жуткие. И хотя их не умираю. Тихо, тихо, тихо. Мужики, все живы. Не умираем. Держимся. Я прикрою. Я тут, за тобой. Сюда. Хорош. Мне мечом сейчас надо кастовать, мама, не горюй, блин. Так, обедный лук, ну это ерунда. Тихо, тихо. О, мастер какой. Усы шерифа. Так, ну все вроде, все сундуки вроде забраны. Теперь дальше. Мельничный холм. Офигеть, рандомно зашел, пипец. Что это такое? Так. Призвай. Я нашел эту преграду, но после его смерти она должна пасть. Так, мужики, главное там не подохните. Так, давай, 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 где там? Руби их! Ой, ой, ой. А можем как-то? Пипец! Разница в уроне, да? А, ну хотя 300 стартов влепили. Я тут, за тобой. Как-то трясатник тоже влеплям, неплохо. Так, усы шерифа, это все ясно. Так, тут надо... Вот тут... Да подождите, мужики. Тут срочные дела. Срочные дела. Нас там атака этого идет, но подождет. Так, мужики, эти сейчас и охренели. О, крепенько что-то. Да ты задрал. Наконец-то, пипец. Супер меч. Обручальное кольцо. Вот это да. Это, слушайте, это... Кого там рубить-то собрался? Слушайте, это, наверное, специально сделано, чтобы этого... А, вот, слушай, там кто-то еще, он зелененький. Я прикрою! У нас третий появился.
тобой! Так, все отлично. У нас есть три. Три иждивенца, черт бы их побрал. Так, тут надо бы обязательно все забрать. Да, вот все и забрали, блин. Вот. Ну давай, карманы выворачивай, падла. Ты тут был, больше никого не было. Так. Ну-ка, что-нибудь мне... Блин, ничего нету. Ладно. Сильные твари, ну да я посильнее буду. Да-да-да. Только твою жопу и спас только что. Руби, я прикрою. Так, еще одна мана, замечательно. Я прикрою. Я тут, за тобой. А, так это типа босс был какой-то, да? Я иду. Блин, я думал, магией сложно будет, а тут... Ух ты, что сейчас тут... Вот так, тихо, живем. А тут, блин, оказывается, оружие сложновато вот с этими блоками чертовыми. Наверное, самое легкое, так это этим мечом. Преграда пала. Скорее беги, спасай археолога. Да, подожди, куда еще ты скорее? Сейчас, погоди. О, тут стекла выбить можно. Хо-хо. А-а-а, зря там видео показали. Стекла сейчас все выбьем, чертовы бабушки. Так, у нас тут... Так, это не надо. Вот здесь, наверное, еще что-нибудь есть. О, я прикрою! Сюда! Лиси здоровье, я понял. Руби их! Ой-о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 й! Последний день! Кто это? Ты-то кто? Я прикрою! Последний день, ты кто вообще? Я тут, за тобой! Ух ты, кукла вы! У меня 7 штук таких. А чё за кукла вы-то? Вот, в смысле, чё за этот-то? Лоботряс-то, он вообще мозгов нет у него. На трех мужиков, которые только что завалили какого-то там демона. И героя, который там на арене всех там победил. Короче, вообще. Логика. Так, а вот здесь надо что-нибудь выкопать. Сундучки. О, сюда. Какой там посильнее? О, смотри-ка. Меня больше интересует вопрос, где... О, подсказка 6, нифига. Меня больше интересует вопрос, где гром этот чертов? Нам, по-моему, сюда надо было, нет? Или мне кажется? Может, он это вообще все затеял, там, мерзавец? Как паровоз какой-то там загудел. Так, ладно. Ой, блин, сейчас этих мужиков раскидают, пипец. Ну ладно, я похилю их. Ничего сложного. Ничего страшного. Блин, тут, слушай, нифига тут проходов-то. Следующий мой! Да какой твой-то, болван? Стойте здесь, не ходите никуда. Я просто боюсь, что... Блин, слушайте, я их сейчас, наверное, за два... Тычка, да тихо, тихо, тихо. Стойте-ка здесь, пацаны. Стоять. 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 Дверь, кстати, закрыта. Ой, не успел. Да ты... Хэллы хоть показывал. Этих мужиков, мне кажется, тут раскидало бы только так. Так. Здесь у нас какой-то мужик. Ага. Не сюда. Похоже, что они ведут его. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так, подожди. Ой-ой-ой-ой, там еще кого-то берут.
Ну-ка давай так. Задело? Не задело, нифига. Живем. У, пипец. Так, ну эти вроде живут. Так, все нормас. Так, этих, я так понимаю, нас с собой брать или что? Или давай го позовем всех пятеро. Я, если что, могу масхилом всех хильнуть. Вот здесь почему двери нет? Меня не интересует. Пошли. Я иду. Пошли. Пошли. Я тут, за тобой. Пошли. Я иду. Все, нифига, тут банду собрал. Банда? Банда в деле. Но сейчас, наверное, придется молнией все-таки посандалить, потому что более неудобно с ними. Они начнут там умирать, еще что-нибудь, блин. О, да, мне этого не надо. Я тут разберусь. Разберется он, разберется. Так, вы бежите? Фига, бригаду, ну все, ГГ. Сейчас всех там раскидаем. Держите меня, семеро, блин. Такая шобла. Скорее, они почти дошли до корабля. У тебя мало времени. Блин. Пацаны, ничего личного. Но походу нам надо так вот валить их. Так. Офигеть. Четыре минуты, нифига. Ой-ой-ой-ой, извините. О, я походу одного уже заколбасил, да? Блин. Ну-ка, го! Го попробуем контрольную точку. Что-то мне неохота, чтобы этого мужичка-то завалили. О, отлично. Скорее, они... Скорее, скорее! Скорее! Я иду. Так, у нас два. А чё, а остальные тут где? Ого. А чё, два только? Пипец их тут. А у нас два их только теперь, пипец. А где все мои пятеро? Видимо... Я так понимаю, игра не рассчитывала, что я всех пятерых доведу, да? Обалдеть. Видимо так. Я иду. Ну тогда нет смысла их. Я тут, за тобой. Да-да-да. Тогда нет смысла их тогда экономить тут. Мужиков этих. Бег с ним. Ух ты. Тут один что-то там. Ой, тихо-тихо. Блин, тут не скорость, так поэтому давай-ка вот так. Поэтому давай так. А ты чё жив ты? Иди. Я тут, за тобой. Так, все, бежим. Давай, давай. Опыт. Я прикрою.
Так, у нас 2-3 минуты, грубо говоря, потом успеваем еще. Так, пойдет. Руби! Так, пожалуйста, подойдите. Да почему ты этого-то бьешь? Я прикрою! О! Убил! Я прикрою! О, всех! Четверых! Фига! Он дали-то не жестко. Задрал, вот крепкие-то какие-то. Меня. Хотя, если б не ты, сидел бы я спокойно в своей пещере. Да-да, я знаю дорогу к Баргитской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через великое кладбище. Ее не открывали уже много сотен лет, но это уж ты сам на месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Угу. Здание выполнено. Шлем слуги тьмы. 35 тысяч опыта. Вот это очень плохо. Ой, плохо. Очень хорошо. Зайди в гильдию за заданиями. Да-да-да. Модификатор серебра. Ну, хорошо, нашли. Ты получил новое задание. Ой, да ты у меня сейчас все мозги взвеешь. Зайди в гильдию за заданиями. Иди нахрен за своими заданиями. У меня тут Леди Грей надо на место поставить. Так, получается, нам еще с этим бы надо, с мордоворотом, блин, разобраться. Этот гром, который гром. Вот, потому что у нас что-то вроде как в одну локу мы должны были с ним попасть, но... Не... А, может быть, там этот мужик, который стоял, может, он... Это... Нужно было туда идти, он сказал, что, типа, пока там закрыто там все. Скорее всего, туда, точняк. Блин, жалко этих мужиков-то, зря спасал. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо-то, а смотрите, бандиты. Ладно, ребяшки, давайте этих бандитов мы потом уже покатим уже в следующей серии, вот, и дальше там уже пойдем пока остальным квестам. А на этом все, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего хорошего, и всем пока.